вообще, то есть, да? Вообще, да, такого видения не было, соответственно, и... Поддерживаешь там, допустим. Согласно жизни, вам изменений, ну, такое. Включила? Кому нужно? И меня было видно, и журналиста, что почему. Смотрим, на Ксюшу с ней общаемся, меня здесь нету. Две секундочки ожидания. Скажите, пожалуйста, как вы видите сложившуюся ситуацию? Ну, в общем и целом, я вижу, что против меня заведено политическое, по сути, дело, которое имеет своей целью, ну, скорее всего, решение меня мандата. Согласны ли вы с предъявленными вами обвинениями? Нет, абсолютно не согласен, потому что я абсолютно не виновен. И расскажите, пожалуйста, если все-таки решение суда будет не в вашу пользу, будете ли вы его обжаловать? Естественно, я буду обжаловать, и вообще не могу понять, как решение суда будет, может быть не в мою пользу, так как я абсолютно не виновен, я думаю, что суд принял объективное решение. А скажите, пожалуйста, вообще, может быть, вы как-то подробнее прокомментируете? Ну, дело в том, что самое подробное, лучше всего подробности узнавать, мы ведем онлайн-трансляцию сейчас из зала суда, это на сайте движения вместе, то есть я у себя в Твиттере пишу, в том числе то, что имею возможность писать. Я думаю, что лучше всего информацию находить там, и максимум информации вообще по делу, то наши комментарии, то есть мои мнения по данному делу, лучше всего уже высказать, найти на сайте движения вместе, в блогах «Найти Москвы», потому что слишком много нужно будет говорить и рассказывать про то, что было. И 31 октября, и после 31 октября. То есть я считаю, что в основном увидеть незаконные действия сотрудников полиции, которые теперь пытаются в рамках заведенного на меня уголовного дела прикрыться этим, ну и плюс политические силы используют это как борьбу со мной, как с оппонентом. Хорошо, невзирая на тем, на то, как закончится этот судебный процесс, скажите, пожалуйста, какие ваши дальнейшие действия? Я депутат законодательного собрания, оппозиционер. Я считаю, что в этой стране пора поменять власть. Власть здесь сиделась. Какие еще дальнейшие действия? Продолжать свою деятельность. Были слухи, что вы хотите баллотироваться в мэр города, да? Я считаю, что этот вариант возможен. Как политик я должен всегда ставить себе какую-то планку и стремиться к ней. Я считаю, что я вполне готов к тому, чтобы баллотироваться в мэр города.